8 7 7 13 0 1. Всем привет. Продолжаем движение в сторону Новосибирска. Автомобиль что-то торопит. Базовая комплектация с автоматической коробкой. Место для ночевки вполне приемлемое. Хорошая кухня. Хотя я не ужинал. Но запах, конечно, стоял одуряющий и очень большой наплыв людей. Туалет платный, вполне цивилизованный, умывальник, сами кабины. Понравилось. Расстояние до Новосибирска порядка 300 километров. Двигаться вчера не стал. До упора. Потому что как на памяти вспоминается, асфальтированных стоянок не было. Охранник всю ночь ходил по территории, охранял. Автомойки на территории нет, но есть все остальное. Душ принять 100 рублей. Туалет по нужде 15 рублей. Есть гостиница, магазин. Ну, место спокойное. Ну а комары, они везде есть, и комары, и стрепни, но тут гораздо меньше, чем полотно дороги, вполне приемлемое, хорошая разметка, обочина. Температура за бортом 22 градуса. Условия движения вполне комфортные. Солнце вверху. Ближайшую заправку. Расход бензина вчера за день составил 5 литров. Автомобиль немного шумливый, салон, звукоизоляция. Так, поведение автомобиля на дороге вполне устойчивое. Легко управляемое. Продолжаю тестировать навигационные системы.
сколько вчера констатировал, что интернет устойчивый, к сожалению, на месте привала связи с интернетом не было. Когда скачивал навигационные системы, в описании было сказано, что работает автономно. Ничего подобного. Самая система Суджик, которую никак не могу правильно произнести, без интернета не работает. Тормоз без интернета не работает. А, нет, тормоз работал. Яндекс не работал. Бензин самый дорогой здесь. Ну, принял, спасибо, ребят. Дороже. Дороже. Чистенько было, заново, типа. Удачи. Дороже, чем в Москве бензин. Продолжайте путь 100 километров. Я думаю, больше заправляться, наверное, не буду. 430 километров запас топлива. На финише немножко поправил регистратор. Мне показалось, он слишком сильно вибрировал. Что мне нравится в навигационных системах, установленных на планшете, то, что, меняя положение планшета вертикально или горизонтально, меняется картинка. И видишь, мы видим перспективу, то есть то, что впереди, или видим обочину, то есть то, что по краям. Картинка реально увеличивает угол обзора. Это бесплатные версии. Интересно, насколько изменяется интерфейс, если взять платную. Не знаю, сколько стоит, но интересно. Все бесплатные версии, они самые простые.
нет дополнительных каких-то функций. Например, я пытался на навигационных системах найти заправочные станции по пути следования. К сожалению, это сделать невозможно. На навигаторе Explay я сейчас на него ориентируюсь. Система RecoPrima. Обновлял в прошлом году, летом, год назад. Тоже далеко не все заправочные станции. Почти нет мотелей. Ну, то есть придорожной инфраструктуры и на его прямо тоже практически нет. Вообще, чтобы нормально протестировать навигационную систему. Нужно, наверное. Нужно, наверное, чтобы второй человек, который сидит справа, сидел бы справа, мог проверять эти системы, перестраивать во время движения. У меня такой возможности нет. Но повторюсь, наверное, в который раз. Удалять я эти системы не буду. Их сумками оставить. Google навигатор, Яндекс навигатор. Какие-то уже не помню, не могу вспомнить. Где-то, наверное, 5 или 6 систем установлено, плюс карты. Вот карты я включал, она, карта позиционирует нахождение автомобиля на трассе, но проложить маршрут там невозможно. Но карта хорошая. Деталь, детализация высокая. Интерфейс красивый, красочный. Надеюсь, и впредь скачивать вот эти вот бесплатные навигационные системы для тестирования, для проверки. Может быть, найду какой-нибудь наиболее подробный. Хотя по городу они все подробные, все с высокой детализацией. А вот на трассе даже такие системы, как Navitel, Tayco, они довольно-таки круглые, скажем. Много чего нет. Например, пересекаем какой-нибудь водоем, водную артерию. Повторю, неоднократно об этом говорил, что стартую не очень рано. Рассчитать так, чтобы местное время около часов 7 или 8. А причина в том, что, как я уже говорил неоднократно, чтобы не поймать встречного водил, который не спал всю ночь, пишется движение к радару.
что-то у меня помалкивает радар-детектор. Он реагирует на все излучения, он молчит. Да, вижу, знак стоит, ограничение скорости 70, значок фотофиксация. Стоит, по всей вероятности, муляж на обочине коротко. Якобы там установлена фотокамера. Может, на самом деле там камера стоит. Но... возможно, не подключена, потому что при срабатывании камеры идет какое-то излучение. Радар-детектор это не улавливает. На этом, на основании этого делаю выводы, что это муляж. Ну, здесь, в Новосибирской области, хорошо хоть коробки стоят с этими так называемыми камерами, муляжи. В Омской области, в Тюменской области и этого нет. Дорожные знаки. Стоит дорожный знак, фото-видеосъемка. Предупреждение о том, что ведется наблюдение, фото-видеофиксация. Но сколько проехал, на одной, по-моему, или на двух участках реально стояли камеры, и излучение было, то есть радар детектор предупредил. Ну а все остальное. Тюменская, и Омская, и вот уже Новосибирская область. Что-то я в упор. И температуру в салоне приходится поддерживать в пределах 20 градусов, плюс-минус немножко. Потому что видеорегистратор Акинори чувствителен к температурному режиму. Случаи, когда при высокой температуре в салоне, ну, солнце падало в лицо, регистратор уходил в аварийный режим, то есть отключался. Аналог Акинори – это видеорегистратор Апако. Там те же самые функции, вернее, та же самая информация отображается на экране компьютера, что и Акинори. То есть это два практически одинаковых видеорегистратора. Разная модификация позволяет наносить метки, то есть составлять свою карту. Ставить метки, например, заправка, заправочная станция, паркинг, я не знаю, там мотель и так далее. Ну, на той модели, которая у меня, 10-80, такой функции нету. Ну, вот опять дама на планшете предупредила, что приближаемся к радару. Вижу знак, фото и видеофиксация. Присматриваясь, с правой стороны стоит ящик. Но по всей вероятности муляж.
окно, окошечко, где стоит объектив. В окне его не видно. Плюс ко всему замолчит радар-детектор. Дорожные стационарные камеры. Ну, это такая на фундаменте коробка или ящик. Окошко. И если работает, то там видно сам объектив, что ли. Плюс ко всему срабатывает детектор. Есть участки, где нет предупреждения о фото-видеофиксации, но радар-детектор об этом сигнализирует. По мере приближения к объекту он скрыт, наверное, закамуфлирован. Период звукового сигнала увеличится, начинает чаще пикать. Проезжая и удаляясь от такой камеры, период между звуковыми сигналами увеличится. Гораздо чаще стали попадаться японские автомобили. Праворульки, праворульные. Чем ближе к Иркутску, количество их возрастает. На Дальнем Востоке вообще подавляющее большинство праворульки. Это вносит изменения в специфику вождения. Вчера еще можно было вечером двигаться, час-полтора, как минимум. Светло было, ну и довольно-таки комфортные условия. Но не стал этого делать, потому что по памяти, по опыту знаю, нормальных мест для привала, для ночевки. Найти бы не удалось. Я имею в виду нормальную, цивилизованную такую парковку. Места есть для остановки, для отдыха, но они не заасфальтированы, и грязь там по колено. Не хотелось автомобиль писать в грязь. Заляпаешь грязью и сам смажешь это колено. Вот в Новосибирском есть асфальтированные стоянки, привалы, но не было желания ехать в темноту, по темноте ехать. Тем более, что так, вот в данный момент предупреждает пиканьем навигатор с системой Айго Прима. Стоял, проехал знак.
фото-видеосъемка. Но ничего не... То есть на карте есть, даже у Вайго такие... Где-то это не глюки, а... Так, сейчас проехал с левой стороны, на дороге стояла ДТЕ, установка, но заглянул, опять-таки, камеры внутри не увидел. Но это не глюки у Эйго, это просто на карте отметили, что стоит установка для фото-видео. Вчера во время движения было столкновение с птичкой. Повреждений на автомобиле нет, но пернатая погибла. При обработке этот фрагмент, если найду, постараюсь заметить. Очень много птиц и животных гибнет на дорогах России за год. Сбитые автомобилями. Но с другой стороны, это является пищей для других. Большими фрагментами дорога требует ремонта. Бетонные плиты, как сейчас, наверное, слышно по звуку, трясут автомобиль. Для отдыха, для ночевки, для привала. Должен сказать, что территорию заасфальтировали. Ну, проездом здесь месяца два назад асфальта на территории не было. А, это хорошо. Но я это не знал. По этой причине остановился за 300 километров на ночевку. До Новосиба где-то километров 200, по-моему, осталось.
отправляясь в дальнюю поездку, путешествие. Приобретите маячок, который будет вас позиционировать на территории России или за рубежом. Пусть ваши родные и друзья отслеживают вас, ваше передвижение, ваше местонахождение. Интересно. Вот вы сейчас слышали звук установленной установки камеры видео и фотофиксации. С левой стороны стояла такая установка, возле нее легковой автомобиль. Не знаю, на видео это будет видно или нет. По времени не знаю, совместится это аудио с видео. Это реально работающая камера, но много муляжей, много. Об этом, о том, что стоит муляж, они не пишут. Дурят нашего брата. Дурят. Внутри средневекового рыцаря наши опилки. Это реагирование радар-детектора на АЗС. Там тоже стоит электроника. Стоит электроника, которая открывает, закрывает двери. Ну, где-то на расстоянии 200 метров до объекта радар-детектор улавливает эти излучения. Вот опять работает фото- и видеофиксация. С левой стороны стояла такая установка. Представляет из себя серую коробочку. Она фиксирует. Это настоящее. Расстояние гаишников и водителей, кто кого обдурит. По телевизору показывали, вы, наверное, смотрели, как один мужик, водитель, получил письмо счастья за якобы превышение скорости, подал в суд и доказал, что установка для фиксации превышения скорости была выполнена не по ГОСТу, не по требованиям. Погрешность такой установки очень высокая. Вот проезжаем еще один с левой стороны, но пока молчит радар-детектор. Значит, муляж. И выиграл суд. Штраф 500 рублей. Его сняли.
попадаются велосипедисты, совершающие пробег. Огромное уважение мне вызывают такие отчаянные люди. Я не думаю, что они поедут во Владивосток. Впрочем, от наших людей все можно ожидать. Не будет удивительно, если кто-то отправится из Мурманска во Владивосток на велосипеде. Это поступок, я понимаю. Это поступок. Я как-то ехал на восток. Сейчас уж не помню. Или Хабаровск. Возможно, даже Екатеринбург, Владивосток. И там на привале утром ко мне подходит кореец и спрашивает, в каком направлении находится Иркутск. Он, правда, был на мотоцикле. Нет, под Красноярском. Он у меня спросил, а где находится Иркутск. Он в одиночку, я вот долго за ним наблюдал. Он то отставал от меня, то обгонял. В одиночку ехал на мотоцикле. Откуда? Не знаю. Геройский парень. Даже на мотоцикле проехать Россию, это снова вижу знак фотофиксации. Радар-детектор молчит. Навигаторы тоже молчат. Навигаторы. Нафига ты повернул налево? И нафига я за тебя замуж вышла? Да, бензин, по-моему, некачественный. И заправка вроде бы брендовая. И стоимость бензина высокая. Но чувствую по ходу машины, что бензин дерьмо. Так, впереди Чулым. От Чулыма, по-моему, 100 с небольшим километров. До Новосибирска. Но где этот Чулым? Сколько до него? Пока сказать не могу. Снова знак фото и видеофиксация. Нафигатор предупреждает. А, тут ремонт дороги. Ремонт моста. Стоит светофор. 100 метров. Поверните направо. Нафига. Продолжайте вести путь более чем 100 километров. Участок трассы. Стоит знак «Осторожно, дикие животные». Опасный участок для движения в ночное время.
радио FM нет, значит до города не близко. Первый признак близости города – это появление радиостанции FM. Так, встречный автомобиль мигнул фарами. Здесь в кустах гаишник с радарами. Начинает предупреждать радар-детектор. Вот они, доблестные сотрудники ГИБДД. Ни один дальнобойщик не предупредил. Встречный автомобиль мигнул фарами и радар-детектор. На горизонте показался Чулым. Мы порядка 100 с небольшим километров остается до того Сиба. Будем присматривать автомойку. По-моему, километрах 70. Или точно не знаю, но примерно там где-то навигатор. Айго предупреждает о том, что приближаемся к посту ДПС. Но этот пост ДПС уже давно у Чулыма закрыли. Радар-детектор реагирует на заправку, на АЗС. Пост ДПС закрыли. Будка стоит. Ее можно было бы использовать для других целей. Просто законсервированная будка. Поворот начал им. Проехали. Километров через 50 с левой стороны будет мотель. Очень хороший буфет. Давно там, правда, ужинал. Но пюре там картофельное просто бесподобное. Золотые руки у поварих. Сейчас вспоминаешь, аж слюнки текут. Хорошие девочки. Будете проездом? Зайдите, попробуйте, проверьте. Я уже давно отказался от ужинов в
шоссе. Сегодня на привале, на ночевке. Автономно, поужинал в автомобиле. Дешево, сердито и, главное, без последствий. Навигатор Айго Прима предупреждает ограничение скорости, засвечивается значок и фото-видеофиксация. Радарчик мой молчит. Вывод. Так, стоит дорожный знак. Фотофиксация. С правой стороны, с левой стороны наблюдаю установку. По-моему, муляж. Ну, муляжом тоже назвать не очень правильно, наверное. Установки-то стоят, в смысле ящики, но они пустые внутри. Возможно, в перспективе там будут стоять приборы. Возможно, из-за отсутствия денег пока это сделать не могут. Но, по крайней мере, только что проехал косилку, трактор, который убирает косит траву на обочине. Вот это довольно-таки опасное мероприятие, потому что от косилки летят камни, могут попасть в лобовое стекло. Слева и справа по ходу движения озера, такие мелкие озера, поросшие камышом. Стоят рыбаки, присматривают место. Места на самом деле для рыбалки изумительные. Печаль в том, что они, эти озера мелкие, и я опасаюсь, что они зимой промерзают насквозь. Только если рыба заходит сюда с больших водоемов, с рек, собственно, на то, что рыба живет в этих озерах, вероятность мала. Может быть, есть где-то ямы глубокие, где рыба зимует. Но места, говорю, для рыбалки чисто внешне, но просто изумительное. Что-то я не наблюдаю чаек над этими озерами и болотами. Вообще нет, вот летают, летают. Значит, что-то есть. Чайка над пустым водоемом кружить не будет. Значит, рыбка есть. Может, навигатор на планшете показывает, что двигаемся вдоль железной дороги на Айго. Этого не видно, на Айго это не отображается.
Так, подъезжаем вот к тому месту, где, как я уже говорил, очень вкусное пюре. Ориентировочно по времени 08:20, АЗС «Актив» называется. Вот это то самое место. Приблизительно там может быть небольшая разница во времени, там несколько секунд. Вот это самое место, где готовили, по крайней мере, очень вкусное пюре. Но стоянка там дорогая, для маленькой машинки 100 рублей. Вообще столовая там приличная. Я имею в виду вкусная. Но я давно, года 3 назад там останавливался. Вот сейчас можем наблюдать по времени 8:30. Слева и справа обочина. Ну, грунтовая гравийная обочина, 1,20 м, наверное, не более. Зимой, когда убирают проезжую часть, обочина, кажется, ну, 2-3 метра, не меньше. Ну, 2,5 метра обочина. Такое впечатление, что можно свободно съехать и остановиться. Будьте внимательны и осторожны. Вот в зимний период времени к остановкам на обочине. Представляете, что может быть, съехав в рыхлый снег, появилось радио FM. С помехой пока, но уже кое-что слышно. Значит, приближаемся городу. We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.